Всем привет, Лан Территория Империи Зла. Продолжаем играть в чемпионат России. Все-таки будет у меня уровень сложности профессионал, но время матча будет не 4, а 6 минут. Чтобы больше было возможности Зениту забить голы. Чтобы больше было времени на эти самые голы. В конце концов, даже на профи можно играть на равных со Спартаком, что первый матч Кубка и показал. Впереди будет еще второй матч. Ну, тут забивать Нижний Новгород, но плевать. Сейчас Зенит выйдет. Надо только подержать мячик. Почувствовать мяч. Понять, что можно его удерживать. Не делать передачи сопернику. Не спать в обороне. Малка. Гадсук. Гадсук. Сулейманов. Галачан. Ловрен. И Иван. Хорошо. Получается, игра у Зенита получается. Больше получается, чем раньше. Теперь осталось забить голы. Нижний Новгород не сможет весь матч играть так. Ох! И вперед, и Малком. Ну давай, 1-1 делай. Делай 1-1. Да! Ты смог. Ты смог это сделать на профи. Это первый раз вообще на профи, когда Зенит отыгрался, проигрывая в счете. И это еще не все. Вот какой подарок. Вендел. И грузит Кассьера. Два! Вот это красота. Это на профессионале. Это на самом высоком уровне сложности. Спали куда-то оковы. Исчезла куда-то скованность, неуверенность, что ничего не получится. Теперь даже гол соперника не означает окончательного бесповоротного краха всего. Вот сейчас их Пенчиков проходит. Сейчас он будет делать прострел. Но не будут уже наши так косячить, как это было в самом начале чемпионата. И Лорен не будет спать. И Сантос. Никто не будет спать. Закончились сновидения. Закончилась ночь. Наступило утро. Энин. Галаджан. Сапета. И не позволяем. Не позволяем ничего им сделать. Ловрен нахер вперед. Все. Первый тайм 2-1. Теперь Сергеев. Мостовой. Кузеев. Вендел с Клаудиньо пускай поменяются местами. Караваев. Малком, о, хорош. О, хорош, Малком. И Сергеев как по пизде ладошкой. Не получилось. Тем не менее, 2-1. В нашу пользу счет нашего.
И Сантос хорош. Ох, хорош в отборе. Это профессиональный уровень сложности. Самый высокий. Смотри, что творит Зенит. Что творит Зенит? Что творит Малком? Как вдохновенно они играют. Так вот, с самого начала. С самого начала чемпионат. Мне кажется, этот вот промах Малком в пустые ворота, он подкосил команду. Сейчас совсем другой Зенит, совсем другая команда. Смотрите, что они творят. Смотрите, что они творят. В каждом их движении чувствуется азарт, страсть. Не безразличие. Это самое важное. И будет еще успех. Обязательно будет. С такой игрой. С таким огнем в глазах. Будет успех. Обречена эта команда на успех. И в этом матче, в принципе. Она включилась, и она показала, что она все еще та. Та самая, которую мы все так любим. Елдошев. Сулейманов. Семьдесят девятая минута. Дают подать. Ловрен молодец. Включаются нижегородцы. Малком. Сергеев. Кузяев. Хорош, Кузяев. Плохо рикошет. Родриго куда-то улетает в сторону. Ловрен мимо пролетает головой. Замена будет еще одна. Бакаев вместо Вендала. Нужны свежие силы в атаку. Нужно не бояться, не бояться. Не стали дрожать, не стали. Когда тоже счет скользкий, когда мяч в штангу попадает, не стали заходить с мячом в свои ворота. Все будет. Да. Это победа. Мы эту победу заслужили полностью. Давайте посмотрим, на каком месте Зенит. 11 место. 11. Уже 3 победы. Спартак, конечно, побеждает, но... Но на этот Спартак вообще все равно. Главное выигрывать самим. Надеяться на случай. Столой. Мампаси. Изидор. Князян. Молодец, Караваев. Молодец. И Малком. Не совсем, конечно, в тему финт, но... Ох, как хорошо. Какой неудачный пас. Изидор. Едва. Фасом. Под контролем Локомотива мяч, но... Огонек в глазах у наших горит. Заинтересованность есть. Похуизма нет. Нет похуизма. И смотри, что сейчас сделал Родригал. Обычно он спит.
В такие моменты обычно мяч залетает в ворота. В этот раз Родриго выставил ногу и выбил в самый последний момент. Как играет Зенит, а? Как самоотверженно. Появилась эта страсть в глазах. Появилось это желание в каждом матче побеждать. И Кузяев. И начал давить Зенит на всех. Я не ошибусь, если скажу, что стимулом к этому взлету послужила виктория над Спартаком. Именно победа в матче чемпионата над Спартаком. Да, кубковую игру Зенит проиграл, но все равно после этого появилась надежда, и не просто надежда, появилась уверенность в том, что ой, как Малком уходит. Я такого Малкома я не видел еще никогда в этом сезоне. Чтобы он вот так ловил мяч, таван и убегал на скорости. Да. Вот это Зенит. Просто круглосуточное давление. И угловой. Вот такой Зенит я хочу очень видеть. Не только в этой игре, но и в реальности. Чтобы они боролись за каждый мяч. Вот так, не щадя себя и других. Чтобы они не были амебами. Чтобы они были заинтересованы в самых высших достижениях. Вот такой коллектив может свернуть горы. Такая команда во всех смыслах этого слова может свернуть самые несворачиваемые горы. И вот этот пас доходит до Малкома. И Малком точно пас на Сантоса. Обычно он тушевался в такие моменты. Обычно он дарил мяч сопернику. Сейчас Антона Мирончука вынуждают фолить игроки Зенита. Опять заброс в сторону кассира. Да, не дают сыграть, но все равно чувствуется драйв, чувствуется желание. Чувствуется порыв души. Караваев хорош. И Монтуан уходит. Аут наш. Смотрите, что творит. Что творит Кузяев? Гораздо больше выигранных единоборств, чем обычно. Гораздо больше отборов мяча. Того, чего так не хватало Зениту. Миранчук забивает. Плевать. Мы сможем. Мы сможем отыграться. Вендал и почти попал. Какой момент был у Вендала? Ну, вместо удара пас. Ну, будет еще шанс, будет. Главное не сдаваться. Князян. Зинор. Родриго хорош. И Малком.
уходит и крутит 1-1. Заслужил Зенит этот гол. Заслужил еще и больше. Чтобы было больше, давайте сделаем еще замены. Дима Сергеев, твой выход. Твой выход. А Локомотива сил уже меньше. Локомотив уже так в таком режиме не сможет. Иван хорош. План своему. Сергеев. Успел сделать пас на кассиру. Сергеев. Ёбаное автопереключение. Пиздец. Просто проход по центру и 2-1. Не заслуживаю Зенит такой развязки. Зенит Химки. Антуан Караваев. Вы как хотите, я буду дальше играть на любителе. Потому что чудовищная несправедливость недостойна того, чтобы жить. Зенит будет побеждать с таким настроем, с таким желанием бороться. Так всего. Вот что творит Сутармин. Что творит? Крайне несправедливое поражение в Черкизово. Не соответствующий духу игры. Но все еще будет. И Химки как бы не грозились, все равно сдадутся. Потому что у нас есть игра. У нас есть настрой. У нас есть команда. У нас нет набора похуистов, которые будут тупо отбывать срок. От звонка до звонка. У нас есть бегущий в каждое единоборство, чтобы стал Монтуан. У нас есть выручающий. Самый тяжелый момент Иван. Фалит Вендл. Ну будет еще все, Зенит, будет. Сабович. Сантос молодец. Не дает Кухарчуку повторить черкизскую несправедливость. Дагер Стар. Не меняя спокойный сложность, такое чувство по игре. Ой, какая ошибка. Надо. Надо наказывать. Надо. Какого хуя ты не делаешь финт, который я тебе прошу? Все равно отобрал мяч. Все равно выйдет Хлюзда на правду. Куда побежал кассира? Гол!
Какой важный гол. Мега важный гол. Просто внес мяч в сетку. Сосать Химки. Сосать хуинки. Сосать все те, кто уже похоронил Зенит. Мы живы. Мы боремся, мы будем еще в самых страшных снах сниться. Вот Монтуан. Вот Монтуан. Вот его пас. Сейчас выйдет главная звезда. Малком. Обрезает Кузеев. Обрезает, чтобы Малком вышел на поле. Малком выходит. И смотрите, что творит. Что творит Малком? Малком убивает. Малком убийца Москвы. Потому что Москва очень надеялась на то, что Химки повторят то, что сделала Сочи. Что Зенит бороться дальше не будет. Будет бороться. 2-0. И Кассиера третий. Все. Это первая крупная победа Зенита в этом сезоне. Чрезвычайно заслуженная. Чрезвычайно важная. 3-0. И мы выбираемся из жопы.